Кисень для Одеського шпиталю. Одеська єпархія ОПЦ спільно з благодійним фондом «Покров та милосердя» передала 20 кисневих концентраторів для потреб Одеського обласного шпиталю інвалідів війни. За словами голови обладміністрації Сергія Гриневецького, медзаклад розрахований на 110 ліжок, 40 з яких вже працюють. Шпиталь забезпечений необхідними медикаментами та засобами індивідуального захисту. Наразі у парку концентраторів закладу в наявності 65 кисневиків. Мы сегодня можем помочь людям, которые, к сожалению, но будут заполнять эти койки. Я хотел бы еще выразить уверенность в том, что вот дальнейшая наша совместная работа на благо процветания региона, она будет носить характер такой подвижнический, она будет иметь перспективу. Перспективу того, чтобы каждый человек чувствовал себя уверенно в завтрашнем дне. С наступающим праздником, Рождеством Христовым, ибо Рождество – это дарит надежду. А я хочу, чтобы мы понимали, что Господь – это наше упование.